В Москве состоялась встреча Владимира Путина с депутатами и экспертами. С вопросом от Красноярского края выступил Сергей Сокол. Председатель Совета директоров оборонпрома задал президенту наболевший вопрос о качестве региональных дорог. Сокол обозначил, что работы ведутся, но зачастую выделены на ремонт и строительство дорог средства уходят на другие региональные нужды. А это значительно замедляет процесс. Абсолютно могу сказать с уверенностью. В случае с Красноярским краем мы не только целевым образом направляем эти средства куда положено, но еще изыскиваем дополнительные источники для того, чтобы финансировать дороги. Если бы вы нас поддержали, выступили бы, скажем так, защитниками этих денег, не давая перераспределять эти деньги в регионах на другие нужды. Вторая часть вопроса – эффективное использование каждого рубля, каждого дорожного рубля на строительство качественных дорог. Владимир Путин ответил, вопрос качества дорог остается открытым, ведется внедрение новых технологий и материалов. На эти цели было дополнительно выделено 20 миллиардов рублей. Это материалы. Материалы и технологии, вот их нужно внедрять. И нужно приходить к полному циклу, и не только по федеральным трассам. Что касается расходования денег, в том числе даже окрашенных денег от этого акциза 1% на другие цели, это, конечно, я вообще впервые это слышу. Надо все как следует проверять. Обязательно проверим, я вам просто обещаю.